наверное, потолки падают, поэтому этим закрыли тут весь остатки фресок в этом зале. Но тоже очень колоритные и достаточно симпатичные. Я так думаю, что их все-таки реставрировали немножко. Вот такой вот комната. Да, я была права. Это уже реставрированные работы. И их продолжают реставрировать, так сказать. Он какой симпатичный. С такими ушками. Дядька. Ну что ж, такие тут эльфы, сатиры с козлиными ногами. Ну что ж, вполне прилично себе такое.